Не, воинское звание. ВЧ 51-532, 10-я отдельная специального назначения. 15, да? Скажи, зачем ты сюда приехал? Отойдите! Я хотел вам сказать, что получается, ну, накручивают новости, что здесь, ну, ведется какой-то, ну, терроризм и, то есть, беспредел, и то, что Россия, именно Украина нуждается в помощи российских солдат, получается, вот так. Ты это говоришь от себя или тебя заставили? Нет, это я смотрел новости, я читал это, мониторил. А откуда ты родом? Родом из Сибири. Сибири, да? Маме передай привет. Объясни маме, что ты тут делаешь. Объясни, скажи, мама, я здесь в Украине убиваю украинских детей, таких же, как и я. А я никого не убивал. Ты не убивал, да? Нет, еще, ну, в смысле, еще. Я тебя сейчас повезу, хочешь, покажу, что вы наделали тут? Лично я, ну, лично ты, я понимаю, что я ты, что, да? Никого не... Значит, скажи то, что я тебя просил. Обратись к русским солдатам и скажи, если вы поднимете руки и придете с белыми флагами, я даю слово, что вас никто не тронет, мы вас нагреем, накормим и отвезем домой к вашим мамам и папам. Русские солдаты, не наступайте на украинскую землю, здесь как бы встречают. Не бойся, говори. Да я вот просто...